первая медаль сборной Украины. Александр Абраменко, олимпийский чемпион по фристайлу 2018 года, на этой Олимпиаде выиграл серебро. В финале помимо Абраменко выступал и Александр Акипнюк, однако только первому удалось пройти в суперфинал с пятой позиции. В итоге украинец рискнул и выполнил тройное сальто с пятью винтами, которое ранее не прыгал на Олимпийских играх. Неприятная ситуация случилась за день до финала, где при столкновении с тренером другой сборной Александр травмировал руку. Хочется отметить, что теперь Александр Абраменко является самым титулованным украинским спортсменом на зимней Олимпиаде. В его копилке две медали за карьеру. Были шансы на этих играх у сборной Украины на медаль в командных соревнованиях по фристайлу. Однако из-за коронавируса участие команды наши спортсмены не смогли выступить.